Так, разработка методов приготовления цитопрепаратов призвана оптимизировать и стандартизировать сбор, обработку и наиболее точную интерпретацию получаемого материала. И говоря простыми словами, преаналитика определяет все. Как театр начинается с вешалки, так и результаты того, что мы увидели под микроскопом, начинаются с банального приготовления препарата. Поэтому преаналитический этап приготовления цитологических препаратов мочи и смывов с мочевого пузыря начинается с того, что способа получения, метода приготовления цитопрепаратов, метода окраски и экономическая составляющая из каждого этапа. Ну, начнем с того, что существует три основных типа препаратов при исследовании уринарной системы. Это моча, катетеризированная моча и промывные воды. И в уринарной цитологии клеточность препаратов напрямую зависит от инвазивности клинической процедуры. На первом месте по клеточной, конечно, смыва с мочевого пузыря, на втором – катетеризированная моча, и на третьем, естественно, свободно выпущенный образец мочи. Говоря о преимуществах и недостатках того или иного материала, надо сказать, что моча – это самый легко доступный способ получить материал, но не инвазивный, отсутствуют инструментальные артефакты. Однако, как правило, клеток мало, плохая сохранность клеток и контаминация плоским эпителием из генитального тракта. Катетеризованные мочепромные воды всегда клеточные, лучше сохранные, много интересующих нас именно клеток. Однако процедура инвазивная, если говорить о промывных водах, дорогостоящая, и могут быть артефакты при получении материала. Правила сбора мочи. Казалось бы, ну что может быть просто, да? Ну, сходил, помочился и собрал мочу. И, конечно, если нам вернуться в клиническую лабораторную диагностику, а цитология – это клиническая лабораторная диагностика, то любой врач знает, как собрать мочу. И тот же уролог скажет, что ее собирать. С утра помочись и отдай кому? Медсестре. Все правильно, да? Однако, коллеги, не тут-то было. Оказывается, для сбора и изучения клеток мочи нельзя получать первую порцию после того, как пациент проснулся. Почему? Потому что происходит дегенерация клеток. Потому что моча имеет слабокислую или кислую или щелочную среду. Поэтому первая порция не годится. Для цитологического исследования должна быть собрана моча отдельно за 3-4 часа после последнего мочеспускания в объеме не менее 100-200 мл. Разделение на порции не актуально. Оптимальное число порций в течение суток, желательно 3 раза. Первую порцию мочи хранят недолго, максимум в течение ночи в холодильнике. Если окраска будет задерживаться, то желательно добавить фиксатор Карбовакс. Получили мочу, теперь ее надо приготовить. Встает вопрос, как приготовить. Сегодня существует несколько методов, и те, о которых мы знаем, это прежде всего традиционная цитология и жидкостные технологии. И надо сказать, что существует достаточно много работ по изучению того и другого варианта. И если вы посмотрите в работе корейских ученых, на 713 препаратах было сделано исследование на 88 случаях, и показано, что, конечно, жидкостные технологии во многом выигрывают. Да? 50 против 37,8 при традиционной цитологии, при исследовании при исследовании клеток мочи. И также наши коллеги из Кореи делали анализ, большой метаанализ на 19 исследованиях. Было исследование 8293 пациента. И средняя чувствительность и специфичность методов традиционной жидкостной цитологии при изучении high-grade составили, соответственно, 58% и 96%. Все говорит само за себя. Но я хочу сказать, что это насущная проблема, поскольку она определяет результаты. И здесь я представила таблицу, которая была выставлена на обсуждении 8-го съезда в Париже, и задавался вопрос, какая технология используется в вашей лаборатории? Обратите внимание, какая технология? И большая часть технологии представлена жидкостными технологиями, Surepet, Halogec, Cell Solution и так далее, и так далее. На втором месте цитоцентрифугирование. Коллеги, в результате в апреле этого года была закончена Парижская система интерпретации уринарной патологии, и в 10 главе было представлено три технологии. Хорошо. Было представлено три основные технологии. Мембранная фильтрация мельпора, цитоцентрифугирование, в основном это система цитоспин, и жидкостные технологии. Все они в равной мере имеют право быть, и именно они дают хороший результат по клеточности и качеству препаратов. Надо сказать,
были сделаны выводы, что при использовании метода на основе фильтрации препараты требуют затрат и времени и вызывают определенные трудности. Препараты на основе жидкостной цитологии наиболее приемлемы, и обычные неконцентрированные мазки мочи непригодны для исследования, коллеги. Ну а что у нас происходит? Обратите внимание, стандарты, наши советские, российские стандарты, которые были пересмотрены. И что смотрит, собственно говоря, врач-лаборант? Он смотрит сахар, он смотрит белок, он смотрит клеточки, которые указывает и не описывает, и часто не знает эти клеточки. Анализ мочи Панчипаренко, Дискаковской и так далее, и так далее. В общем-то, никакого серьезного заключения по данной стандартизации не пройдет. И это понятно почему. Потому что мы врачи клинической лабораторной диагностики. Вот примерно такие препараты мы видим обычно. И надо сказать, что я, задавшись целью все-таки посмотреть, действительно это уж такие низкие цифры, что действительно стандартная цитология не работает, сделала такой анализ. Я взяла весь материал за 2011 год, это было 350 исследований мочи от 127 пациентов, 40 женщин, 87 мужчин. С целью диагностики было 63 наблюдения, для мониторирования 64. И как вы видите, конечно, большая часть исследований была при раке мочевого пузыря и опухолях доброкачественных мочевого пузыря. Опять, как оценить те результаты, которые я буду просматривать? Поскольку была принята Парижская система, то я решила, исходя из Парижской системы, проанализировать весь этот материал. И что получилось? Значит, говоря о Парижской системе, сразу хочу сказать, было принято 7 категорий. Первая – неудовлетворительный, неадекватный материал. Вторая категория – негативные паротелиальные карциномы высокой степени злокачественности. Третья категория – атипические паротелиальные клетки, в которые вошли все реактивные изменения. Да, и касаемые и вирусов, касаемые и послечебные изменения. Четвертая категория – подозрение на хай-грейд карциному единичной клетки. Пятая категория – уротелиальная карцинома низкой степени злокачественности. Шестая – уротелиальная карцинома высокой степени злокачественности. И седьмая категория – это другие опухоли или метастатические. И что получилось? Посмотрите. Я решила взять за основу анализа гистологическое заключение. У пациентов, которым был поставлен диагноз high-grade уротелиальной карцинома, посмотрите, чувствительность при оценке мочи составила 57%, специфичность 96%. Low-grade карцинома, чувствительность 20%, специфичность 100%. И традиционная цитология для оценки незлокачественных опухолей показала, что чувствительность 96% и специфичность 92%. Собственно говоря, я поняла, что что-то надо подправить, как говорят в консерватории, и было понятно, что клеток мало, и мы не можем их оценить, соответственно, и получить должный результат. И тогда мы пришли к выводу, что клетки надо сконцентрировать. Почему? Потому что классически, собственно говоря, кто готовит нам препараты? Нам готовит препараты лаборант. И доктору подают то, что приготовил лаборант. А что приготовил лаборант? Он взял палочку, размешал мочу, взял из нее две центрифужные пробирки по 10 мл, отцентрифугировал, и то, что получилось в осадке, размазал на 6 стекол. И мы, тратя полчаса на то, чтобы найти эту одну клетку на 6 стеклах, пытаемся поставить что? Морфологический диагноз. И тогда я решила, что, наверное, надо исследовать всю мочу. В результате был разработан метод максимальной концентрации клеток мочи. Так мы и сделали. С последующим используем любой жидкостной технологии. В чем выигрыш? Выигрыш в том, что мы просматриваем все клетки, что просмотр препаратов при увеличенном их количестве происходит очень быстро, и что появляется серия препаратов, которые мы можем использовать не только для морфологии, но и для дополнительных методов. Вот, собственно говоря, вот так выглядит методика. Берется моча, распределяется по центрифужным пробиркам, центрифугируется, осадок собирается в одну, центрифугируется, и уже из этого осадка готовится либо цитоспиновый, либо препстейн слайд процессор препараты фирмы BD. И была сделана большая работа. За 2014-2015 год было проведено 314 исследований мочи, 189 смывов с мочевого пузыря у 110 пациентов, 33 женщины, 77 мужчин. С целью диагностики, заметьте, всего 21 наблюдение было и для мониторирования заболевания. То есть у пациентов уже провели тур, либо химиотерапию, либо какие-то лучевую терапию, было 89 пациентов. То есть вы понимаете, что, собственно говоря, даже не первичный диагноз для нас, от нас требуется, а мониторирование таких пациентов. И, в общем-то,
Опять же, количество исследований распределилось. Смывов было 189, мочи было 151 исследование, и моча, приготовленная традиционным способом, 168. Все это было исследование. Посмотрите, что получилось. Опять взять за основу гистологический диагноз, как факт наличия high-grade карцинома, мы получили, что при использовании PrEP-STAIN-системы 86% чувствительность определения этой патологии и 100% при использовании цитоспин. Как это выглядит? На самом деле это самый клеточный материал, обратите внимание. И, конечно, отсюда и чувствительность. Мы хорошо видим морфологию, мы видим, как клетки лежат, мы видим соотношение ядра и цитоплазмы. Все это прекрасно видно. Вот так это выглядит в препаратах, окрашенных по Папа-Николау, поскольку PrEP-STAIN, слайд-процессор-система, она готовит препараты, автоматически крася по Папа-Николау. Вот такие красивые препараты получаются, очень клеточные и очень наглядные. Low-grade карцинома – самая сложная группа, серая зона для цитолога, потому что морфология при low-grade карциноме практически не меняется. И для нас это всегда камень преткновения, что реактивные изменения или нереактивные. Делали доктор на накануне цистоскопию или не делал, проводили химиотерапию, БЦЖ там и так далее, или не делали. Это сложно. Но все-таки было проведено исследование. Обратите внимание, при использовании метода концентрации и дополнительно жидкостных технологий PrEP-STAIN и цитоспин, посмотрите, чувствительность 91 при PrEP-STAIN, цитоспин дал 93%. Вот так выглядит low-grade карцинома, но это опять же смыв с мочевого пузыря, обратите внимание, это клеточный материал, очень наглядный, это цитоспин-система, клеточки хорошо видны, образуют псевдососочки, гиперхромия ядер отмечается, это окраска по Папа-Николау, внизу очень хорошо видно вот здесь фиброваскулярный стержень, о котором пишут в парижской системе, и они пишут, что если вы видите этот стержень, то бинго, вы можете поставить low-grade карциному. Увы, коллеги, это встречается меньше, чем в 1%. Занимаясь этим уже более 2 лет, я ни разу не видела фиброваскулярную структуру. Это не мой, извините, слайд. Ну, смыва с мочевого пузыря при отсутствии опухолевой патологии, то есть имея в виду, что пациент мониторируется, и у него нет никакой патологии на момент исследования. Посмотрите, специфичность совпала и PrEP-STAIN, и цитоспин. То есть все, в принципе, работает. Вот так это выглядит, когда нет патологии. Внизу слайд – это инвертированная папиллома, а вверху, собственно говоря, тот же результат. Моча. Ну, понятно, что смыв, он клеточный, собственно говоря, делаем, не делаем, клеток много и так поставим. А что делать просто со свободно выпущенной мочой? И посмотрите, high-grade карцинома гистологически. При использовании метода концентрации максимальной мочи и дополнительной технологии 67% чувствительность у нас при PrEP-STAIN технологии и цитоспин дал 98%. Low-grade карцинома, к сожалению, трудности остаются. И если мы не знаем, что пациенту были проведены какие-то манипуляции, что было проведено лечение, что у него папилломавирус или проводили химиотерапию по поводу опухоли почки, то мы, естественно, ошибаемся. И ошибаемся, 60% чувствительность PrEP-STAIN и 73% цитоспин. Вот так выглядит окраска при неизмененном уротеле. В правом углу для сравнения я оставила... high-grade карцинома, а это вот неизмененные эпители. И вот так вот выглядит цитоспин технология. Ну и, естественно, поскольку моча без опухоли патологии тоже была, то чувствительность 96 при PrEP-STAIN и 93 при цитоспин. Вы скажете, а почему, собственно говоря, нет и такая сложность? Потому что ставили, обратите внимание, AUS-H – это клетки подозрительные по принадлежности к high-grade карциноме, да, и поэтому это не 100% специфичность. Традиционная цитология, метод исследования мочи. Посмотрите. Я хочу показать просто чувствительность 89, 25 чувствительность по low-grade, по high-grade 89 и при отсутствии какой-либо онкопатологии 98. Все равно мы упираемся в то, что чувствительность при low-grade практически невозможна. И, честно говоря, когда приняли парижскую систему, я не согласна с этим. Не требуется от нас high-grade и low-grade, не те у нас цели и задачи. Достаточно было бы просто написать «клетки рака». Да? Если мы видим low-grade карциному, желательно написать «подозрительно по наличию клеток рака», «реактивные изменения» или «опухолевые» мы не различаем, к сожалению. Но система принята. Что есть, то есть. И получились вот такие результаты. Конечно, лучшие результаты показал смыв, 100% по high grade,
да, low grade 93 чувствительность и отсутствие патологии 93%. Препстейн несколько ниже, 67% чувствительность при high grade карциноме, 73% low grade и 91% при отсутствии патологии. Ну, примерно вот так это выглядит, чтобы было немножко наглядно. Low grade. Коллеги, ну и говоря о самой технологии, экономической составляющей, хочется сказать, что цитоспиновые препараты, конечно, выигрывают чем? Можно использовать любое цитологическое стекло. За 45 минут используется, приготовляется 98 мазков. Можно окрашивать любой окраской, использовать для любых дополнительных методов. Ну и, собственно говоря, есть свои издержки. Почему? Потому что необходимо четко понимать, что если ты добавил больше в эту кассету цитоспина, то можешь получить очень густые мазки, не просматривая. Но надо сказать, что для этого есть нефилометр или лаборант, который делает эту работу очень быстро по взвеси и мутности осадка, начинает разбираться, сколько надо добавить в кассету препарата. Не препарата, а материала. BD хорошая система, четкая, готовит прекрасного качества монослойные препараты, но за 45 минут это 48 монослойных препаратов, автоматически красит по Папа Николау и больше никак. И, собственно говоря, требует обязательно использования своих реактивов и многоэтапное приготовление. Несколько раз заливается материал Cito Rich Blue, для того, чтобы поставить эритроциты, буквально 3 раза откручивается. Предподготовка очень длительная, но качество действительно хорошее, ничего не могу сказать. Говоря о морфологии этих двух систем, могу только сказать, что в цитоспинных препаратах морфология прекрасно сохраняется, сохраняются структуры, я об этом говорила, и они аналогичны клеткам в традиционных мазках. Препстейн-система использует спиртовые растворы, поэтому любые комплексы, любые структуры, они усиливаются. То есть клетка слегка обезвоживается, происходит усиление контура, усиление архитектоники, поэтому можно обмануться на low-grade карциному. Очень легко, на самом деле. А так прекрасная окраска, очень хорошо видны ядрышки, видна морфология. Все, в общем-то, достойно. Выводы. Цитологическое исследование при уринарной патологии остается значимым методом диагностики, позволяя выработать оптимальную тактику ведения больных с уротелиальным раком. Неинвазивность процедуры получения материала, а также возможность мониторирования пациентов с онкологическим анамнезом дает цитологическому методу неоспоримые преимущества в сравнении с гистологическими. Даже при относительно невысокой диагностической чувствительности практически 100% специфичность цитологического исследования исключает наличие high-grade карциномы, а, собственно говоря, 95% смертей именно от этой нозологии. Благодарю, коллеги. Спасибо, Марина Владимировна. Будут ли вопросы у кого-то?